Для тех, кто хочет закупиться играми, заходите в мой магазин. Здесь большой выбор лицензионных ключей и аккаунтов к играм по лучшим ценам. А для любителей поиграть в GTA Online в магазине имеется недорогая и качественная прокачка. Все это и многое другое в моем магазине. Ссылочка в описании. Всем привет, дорогие друзья, с вами Алекс. Всем привет, механик. Мы продолжаем, начинаем играть в Farming Simulator 2019. Вы очень долго просили поиграть вместе, и мы все-таки решились и собрались. В общем, сегодня у нас будет интересная совместная серия. Скорее ставьте лайки, подписывайтесь на наши каналы, ну а мы начинаем. Это что, тут твоя тачка стоит, да. Чинится, нет? А, не, что за машина? Volkswagen какой-то, Caravella, наверное. Caravella. Короче, ребят, сегодня мы поедем смотреть одно место для вырубки леса. Как видите, закупили технику. Вот это вот у нас... Да, сейчас на заправочке сейчас стоит. Да. Сейчас давай, выдвигаться. Я-то заправил уже красавчик. Все, у меня стекла даже протертые. Можем, в принципе, ехать. Так, ты помнишь? Ох ты, ёбан, блядь. Ты че? Оно не рулится, ни хрена. Ты опять напился, что ты за рулем, что ли? Блин. Ты видел, как я поехал, да? Я видел, ты газ в пол зажал, а руль забыл выровнять. Я именно поехал, как это как баба за рулем. Причем надо было назад, а ты вперед поехал. Так, я надеюсь, ты дорогу-то помнишь? Капец. Нет, да иди дарить тебя. О, что? Слышишь? Тут стройка какая-то, смотри. О, слушай, реально. Вот. Ребят, короче, давайте так. Вы набираете достаточное количество лайков, и мы продолжаем эту тему. Мы тут уже... Да, и пишите в комментах идеи для... Идеи для РПшек. А во-вторых, если вы хотите прям полноценную ферму, чтобы мы сделали, и я так понимаю, что есть возможность поиграть вместе с вами, с теми, у кого есть ферма 19-я, будет, мне кажется, круто. Будем развивать эту тему. Так что давайте, все от вас, как говорится, зависит, а мы едем дальше. Ты сильно не разгоняйся, тут скорость 15 миль можно разрешенная. Я 60 еду. 35 миль, вон, спид-лимит, а я еду 60. 60 километров в час ты едешь. Или в миль. У меня просто в километрах. Километров? Ну, у меня километры стоят. Ну, 65-60. Нормально. Ого, это 90 что такое? Ты херачишь уже, я 90 херачу. Тут дорога кончилась, куда едешь-то? Правильно? А, стоп, по карте. По-моему, в смысле, что, надо... по лесу? Снова по лесу? Ты смотри, куда вообще едешь-то, а? Смотри, а там... Ебать, смотри, на какой хуйне там дом расположен. Ты че ругаешь? Подожди, смотри. Ты здесь сейчас летишь, там обрыв. Там обрыв, сейчас. Дядя, ты чё? Смотри. Где? Смотри. Ну, вон на скале прямо стоит дом, ты не видел, что ли, такого? А сейчас проверка на реакцию. Успеешь ли ты подписаться за 3 секунды? 1, 2, 3. Успел? Красавчик! Ну, чёткий, кстати. Это, наверное, какая-то штука. Давай сверху туда заедем, посмотрим. По-моему, все равно по дороге нам, нет? Особенно на моей технике. Ну а чё, твоя техника? Пусорка. Ты говоришь, как будто она у тебя не едет никуда. У тебя отличная техника. Кстати, а здесь есть выезд-то, нет? Она жрет много. Здесь нет выезда. Ну вот, типа, тропинка пешеходная. Давай попробуем по ней выехать. Да какая пешеходная? Это нормальная дорога. Ух! Занесло, блин, на чужое поле меня. Да? Текс. Слушай, так трава приминается, а потом выравнивается. А, в натуре дорога, я думал, прям в скалах что-то будет. Тропинка в скалах, типа пещера. Кстати, тут, а, вот эта вот дорожка туда, смотри, какая где? Она вообще маленькая. И там бревно валяется. Смотри, туда не проехать, там бревно валяется на дороге. А прям. Ты не можешь его манипулятором убрать? Да, может, могу, но, блин. Так, подожди, наверное, а куда не сегодня. Дорожка-то ведет? Правильно вообще, нет? Да нам куда-то наверх, нам мы просто поворот провтыкали, нам надо на асфальт. Я не знаю, что-то мы ехали-ехали, как говорится, заэтались, заболтались. Заговорились, да. И уехали куда-то, не то. Ну, как обычно это бывает. Давай. Согласен. Там просто такое место, достаточно много леса, мы, в общем, присмотрели, решили выкупить участочек для того, чтобы срубить лес и заработать бабла. Как бы техника уже есть заготовленная. Да. И чихнуть хочется, как всегда, традиционно в видео, очень сильно, но... А, ну не, давай, нет, скример. Изо всех сил, как говорится, держусь. Так.
Тихо. Нормально, нормально, давай выезжай. Смотри-ка, здесь тоже стройка какая-то. Теперь тоже какая-то стройка. А, это не церковь или это церковь? Не знаю, слушай, ну похоже он колокольчик. Походу. Слушай, подожди, что, можно забор вот так вот снести? Не уверен, но... не проверяй, собака, нет! Новый! Идеально новый грузовик. Ну за... Ну что ты за... Ну чуть-чуть. Ну есть, я думаю, если можно это делать, то надо делать это специальной техникой, понимаешь? А не грузовиком, типа, в лоб врезаться в стену. Смотри, это гараж какой-то. Сука, ты сейчас заедешь в него. А, это конюшня. Я реально думал, ты заедешь в него. Да то конюшня, решил не заезжать. Так, где-то налево, по-моему, должен быть. Или направо поворот должен быть, да? Ну пока что нам по главное, там вот. где-то на... Ох ты, вот блин. Вот это не он, не вот этот съезд был разве? Или там по асфальту надо ехать? Чё-то мы надо, посмотрели надо место-то, ехать. А вот особо не запомнили, что там как. О, смотри, что это, автосалон какой-то или что-то? Флаг, тачки стоят. Наверное, арендный, скорее всего. Нет. Ого! Это что, какая-то? Подожди, там плотина, погнали, посмотрим. Давай посмотрим. Я здесь не был. Именно вот, ну не заезжал, по-моему, закрыто здесь было. Бы мне бы в небо. Тихо. Ну, я во что-то прям врезался. Это... Ты так тормозишь жестко, что я прям... Так, я врезался в невидимую текстуру. Понял. Кардан, а, Narrow Bridge. Это что значит? Ну, Bridge это мост, а что такое Narrow? Нихрена какой он, это, не знаю, это дамба. Дамбинный мост? Слушай, нифига высоко как. Прикинь. Не надо сигать. И там смотри, офигеть ты, смотри, тут, блин, дорога, я не знаю для кого, а смотри, поезд, вот тут, смотри. Тут же внизу видишь? Дорога. Где внизу? Ага. Ты видишь дорогу снизу, да? Вот она как тропа, вот камеру высоко подними, отдали колесиком. Вон, видишь? Слева. Вот прям по скалам наверх. А, да, вижу теперь. Тропинка, это не дорога, скорее. А я ищу дорогу, думаю, типа, дорога асфальтированная должна быть. Эй! Да я снова что-то... Я снова врезался во что-то. А ну... Дай, цепанул меня, блин. Я реально врезаюсь там. Закрыто, слышишь? Дорога перекрыта. Поехали тогда туда. В ту сторону. Офигеть. А езжай, как езжай, выйти? Езжай. Слушай, ну там же нереально. Смотри, там же не поместишься никак между вообще. Этой... Между стеной и линией электропередач. Чтобы так там это проехать. Тропинка для людей. Зачем там проезжать на машине? Тропинка для человеков. Для кожаных мешков. Так. Смотри-ка, стой, тормози. Смотри-ка. Что там? Не что, знак медведя, посмотри на пристань. Посмотри на пристань. О, нихера себе, я за деревом не увидел что даже. Упала тачка оранжевая, видишь? Что это такое? Седан какой-то. Ага. Вроде. Ну-ка, давай посмотрим. И чё? Надо посмотреть. Нам припарковаться так, и ну пойти посмотреть. Ну я прям здесь остановлюсь. Не шибани тачку. Так, ну-ка давай посмотрим, что здесь такое. Немного мы... Ну-ка. Ты ходишь как рахит. Ты себя бы видел. Я бы назвал тебя Джонни. Вот, кстати, дерева-то. Вот они начинаются уже. Херась. Смотри, на выхлопе чисто повис, видишь? На выхлопушке провис. Ага. Хочешь на снизу подойти, посмотреть. Давай, посмотрим. Не, интересная фигня, да? Чувак типа ехал. На что он надеялся? А может поставил, она покатилась, пока он рыбачил. Может быть. Сам там, наверное, на дне валяется. Не, ну в салоне вроде... Блин, мокровато как-то, не хочется что-то заходить. Слушай, капец. Ну... Капец. Это, конечно, прикольчик. Не хочешь попробовать залезть в салон? Ты же акробат. Ну да, за руль. Салон? Хочешь попробовать? Попробуй вот через этот, через багажник туда. Прыгни в салончик. О, завелась что ли? Мертво сидит. А? Намертво сидит. Так. Просто вообще выхнать. Ах ты ёб.
твою. Замочил ноги. Слушай, ну что, давай, может, попробуем как-то вытянуть его, что ли, я не знаю. Давай, а как? Да он серьезно, ты можешь попробовать, он вообще так, да никак. Да я вижу, я влево, что он вправо, никак. Он, рулем, да газ, он этим, посмотри, он там на бампере уперся бампером в дно, получается. А здесь жопу на жопе уперся, да. Куда он? Конечно, никуда. А ты сможешь на погрузчике на своем сюда съехать? Или, подожди, может мне пикапом... Съехай вот там вниз, что ли? А вот на пристани, или не выдержит она? Да черт, ну это надо, не знаю. Слушай, сейчас может попробую. Мне этим пикапом его чуть-чуть толкануть? Давай попробуем. Давай сначала попробуем, этим. Может отбойником его вот этим задним. Толкани немного его вперед, может он сойдет? Или ты хочешь именно манипулятором попробовать? Слушай, подожди, подожди, стой, все, стой. Я вниз спущу, сейчас посмотрю, не будет ли это. Выдержит вообще это пристань, нет? Давай аккуратненько. Давай, давай, потихонечку, потихонечку, потихоньку смотрю. Нормально пока. Давай, 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 давай. Пролазишь? Ну, пролазишь, нет, я не знаю, я смотрю, чтобы это не обваливалось оно. Выдержит, нет? Так. Вроде прогнулось немножко, но такое, держит. Аккуратно, аккуратно. Стой, подожди, с той стороны сейчас пройду. Так, давай еще. Еще чуть-чуть, еще. Еще маленько, еще прям. Так, уперся. Давай потихонечку. Прям давай, давай миллиметрами. Нет? Что-то, что-то есть. По-моему, он, что-то он жестко уперся, походу прям выл. Сейчас упадет, смотри-ка. Подвинулся, 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 да. Подвинулся. Еще или нет? Да, давай еще. Давай, 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 давай. Слушай, а мы потом его из реки-то вообще вытащим, нет? Хрено знает. Блин, знаю. Ну вот, сейчас, сейчас упадет, сейчас упадет. Не-не-не, по-моему, там я далеко. Сейчас упаду. Давай, давай, во-во-во-во-во-во. Вот. Давай, давай, давай. Стоп. Стоп, 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 стоп. Блин, так он повис. Все. Слушай, ну реально, давай-ка это, манипулятор доставай, что ли. Или отъедь. Отъедь, давай я пикап... А, нет, я, наверное, уже не смогу пикапом ничего тут сделать. Да, манипулятором давай манипулятором, проводить. Что ли. Стой. Если ты остановишься, выдвигай свои эти клешни. Я подойду здесь, буду манипулировать, контролировать. Нужно, наверное, поближе чуть-чуть. Да? Так, давай, давай, еще, еще, еще можно. Можно еще. А сейчас нужно развернуться еще. Так, аккуратно. Постарайся меня не убить манипулятором. Как бы не хотелось, не хотелось. Тут... Слушай, ну прям кончиком бампера повис. Пипец. Реально кончиком бампера прям повис. Попробуй его за заднюю часть как-то зацепить аккуратненько. Ух, ё, слушай, мы его не сомнём жестко. Не шиби меня этой хреновиной. Так. Не-не-не, чуть-чуть назад. Давай за заднюю часть пробовать. Чтобы хотя бы не кабину. Сейчас, погоди. Думаешь, это, черт возьми, думаю, так легко? Думаю, что нет, но попробуй. Ты же мастер-манипулятор. Давай, дядь. Во-во-во, хорошо, опускай вниз. Ниже, 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 ниже. 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 Попробуй зацепить. Вот, да вот, ёб вот, вот, твою вот, мать, тут хорошо, куда вот тебе тут хорошо, ёб... пробуй цепить. Не-не-не-не-не-не, нет. Нет, 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 нет. Нет, отлично же было, дядь. Во. Да, отлично зацепился. Давай вперед его чуть. Сюда. Вот. Вот, красавчик. Стоп, 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 стоп. Ты его перевернешь сейчас. Попробуй разжать, может он упадет сейчас нормально. Подожди, а может поднять? Ты думаешь... Ох! Ах! Блин, блин, вот это... Собака. Почти, почти удалось. Давай-ка, давай-ка. Отлично, отлично. Не-не, назад, не-не-не, ты сейчас слабошу ему это самое раздавишь так. Давай немного назад эту штучку. Так, а может прям этой штукой тягани его в бок вот туда. Он дал, сейчас слезет, давай. Ух, ё! Блин.
Да твою. Да, отлично, все, все, он упал, подожди. Нет, да вроде? Еще нет. Подожди, упал вроде. Во! Нормально, ты его топишь. Подожди, ваш надо как-то это. Да, давай, сейчас с оттуда заедем, вот оттуда, где песок. Убирай, убирай пока. Погоди, погоди. Что ты делаешь? Ух, ё. Опустится сильнее или нет? Задел меня ты. А попробуй сомкнуть эту штуку. Толкни его туда вот, вперед. Не достает, не да? Не достает, буквально чуть-чуть. Ну да, кстати, достает. Она на пределе прям. Я разве что могу попробовать вот так вот. Тут его... Во-во-во-во-во. И... Зажать. Не-не, он жопу уперся. А. Так, подожди, я попробую еще с пикапом с вами посмотрю. Что там вообще, можно съехать, нельзя съехать? Или надо в объезд как-то? Так, давай-ка посмотрим. Сейчас я попробую, чекну, так сказать. О! Так, аккуратно. Тихо! Ёб твою! Подожди, подожди, куда? Куда ты его херачишь? У нас проблемы. Чё-то меня сконоёбило. Отпусти, отпусти, это груз. Вот. Да я отпустил. Ух её! Текай с города, как говорится. Не-не, нормально, нормально, вот, зашла, хорошо. Тихо, сейчас мне, сложись, мне надо сложить, да. Его, потом а разложить. А тебе не надо там раскладываться, давай сюда съезжай, вот здесь хорошее место. Да оттуда могу улететь. Не-не-не, вот отсюда отлично, давай сюда съезжай. Вот, видишь, я съехал спокойно. Давай-давай-давай-давай-давай. Оп, ух! Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо, не утопить бы свой пикап. Тихо-тихо-тихо. Слушай, ну я в принципе я могу его вытолкать в твою сторону. Ну, если хочешь, можешь сверху попробовать. Я думал просто, что снизу будет попроще как-то это сделать. Так, я пока свой пикап здесь оставлю. Сейчас я тебе помогу, подожди. Так, так слушай, ну надеюсь, подвеска крепкая. Кого? У тебя? Я просто сейчас вывешиваю колеса. Блин, подожди, я спрыгну в него, чтобы видеть все это. Это просто идиотизм сейчас начинается. Смотри, что я, вы, что я творю. Не вижу еще, подожди. Я надеюсь, не вижу, ручник не здесь вижу. Хорошо сейчас держит. Я спрыгну в него прям, подожди. Ух, тихо. Оп. Так. Так. А, ты заперед будешь толкать или куда? Стой, 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 стой. Немного, да, вот так, в сторону, отлично. Давай, наверное, ниже, ниже, ниже. Да зачем получится? Не-не-не. Вот, вот. Ну попробуй, блин. Мне кажется, мы его сейчас раздраконим весь. Надо было просто дождаться хозяина. Это надо. Вот так. Ну давай, попробуй. Оп. Ой. Ой-ё. Так. Блин, ну хоть бы чуть-чуть его вытолкать из воды, чтобы можно было засесть, чтобы яички не подмачивать. Потому что там все в воде, весь салон в водище. И троса, как назло, никакого нет. Можно было бы попробовать тросом зацепить, но... Ой-ой-ой-ой-ой, ты мне башку сейчас сорвешь. Срежешь башку! Да тихо-тихо-тихо-тихо! Спокойно, тихо, спокойно! Так. Оп. Минус борта, отлично. Ой-ё! Ты чё сделаешь, собака? Ёб твою мать! Я ещё живой. Блин, вот это страшно только. Хорош, хорош, стой, 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 не надо. Стой, подожди, я попробую залезть в салон. Сейчас попробую завести. Так, руль поворачивается. Слушай, он не трогается что-то. О! Назад поехал. Подожди, подожди, я выйду сейчас. Давай, 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 давай. Пошел, но что-то как-то. Слушай, ну вот, газа жму. Он. А, нет. Короче, что-то он это глючит. Вот газ жму, видишь, рывками фигачит. Угу. Так, ну все, походу, в горку он не выйдет. Слушай, ну уже хоть что-то. Ну-ка.
руки выталкиваешь. Сейчас я попробую. Ну, прям, видишь, миллиметрами трогается. Сейчас попробую помочь подтолкнуть его. Ну, в принципе, кузов-то не жалко. Ну, уже тут ничего не жалко после твоих действий. Так. Давай, 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 родимый. Лучше сам, чем он будет толкать. С миллиметрами сваливает тебя. Слушай, ну вроде пытается, пытается. О! Походу сцепление просто намокло. В воде пока стояло. И проскальзывает. Да ёб твою, как тебе повернуть. О, поехал. Так, давай, 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 уезжай. Не могу ниже опустить, не опускается, по-моему, ниже. А ты в эту, прям в свою опору, потому что уперся, видишь? Или нет? Не из-за этого? Ты же опускал. Нет. Уже. Давай, ну давай, ёлки-палки, давай, о! Я ниже стою со сгибом, а тут-то вдаль нужно. Не-не, нормально, выйдет, выйдет. Слушай, ну... Нормально за лесом съездили, ты должен сказать. Слушай, вот кусты он сможет осилить эти, нет? Я думаю, может, наверное... Может, их надо было не это, знаю. Бензопилой попилить? Да. У тебя есть? А, подожди, у меня что-то тоже завалялось. Давай где-то. Покосим нафиг все тут бензопилой. Опа. Так, оп. Чисто так вот эти ветки рубануть. О! Ух, нифига ты какой дядька! Аккуратно, аккуратно. Так, ну вроде как это. Вроде большую часть получилось здесь замять. Думаю, что выйдет. Аккуратно, аккуратно, аккуратно. О, о, красавчик смял, отлично. Во! Во, давай, 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 пошел, 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 пошел. У. Давай, 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 давай. А. Все. Четенько. Слушай, ну че, смотри. Вот это работу мы с тобой провернули только что. Нифига себе. Нихера у него звук. Походу глушак оторвали, пока вытаскивали. О, вот это да, модный сигнал какой-то. Офигеть. Блин. Слушай, ну ничего так, ну старый, конечно, прикольная, но блин. Тема. Старый, но мощный. Старый, но мощный. Ну чё, оставляем его здесь. Поехали тогда дальше по делам. Будем смотреть лес сейчас. Ребят, на этом мы серию будем заканчивать. Если вам понравилось и вы ждете продолжения какого-нибудь, то ставьте лайки, пишите комментарии. Не забывайте подписываться на наши каналы. Все ссылочки в описании. И всем пока. Пока-пока, ребят.